Всем привет! С вами Кот Маракуй. И это мой видеоблог по зелье варенью. Коля, ты чё? Давай нормально снимай, а то самогон сам тебе не сварится. Итак, сегодня мы сварим зелье роста. Для этого нам понадобится куриное яйцо. Коля, ты чё, дебил? Это петух. Хотя... Может, и его яйца подойдут. Дамы и господа, сейчас вы увидите редкие кадры, как добывают древесный сок. Вы чё, дал вы Вы чё, мой дом дырявите? После добычи всех ингредиентов мы, наконец, можем сварить наше зелье. Готово. И сейчас мы испытаем это зелье на этом маленьком цветке. Коля, помоги! Фух, кое-как мы справились с этим цветком. Давайте-ка испытаем наше зелье еще на чем-нибудь. А что, если вылить его сюда?